Восьмая победа подряд и последний шаг, чтобы убрать приставку исполняющей обязанности. «Авангард» обыграл «Сочи» в овертайме со счетом 5-4. Первый гол команде обеспечил капитан Дамир Шарибзянов. Однако выиграть в основное время ястребы не успели. Под конец матча они вели в счете, но пропустили шайбу за 12 секунд до сирены. Игра перешла в овертайм, и там лидер команды обеспечил мячам победу. Председатель совета директоров клуба Александр Крылов заявил, что игроки сделали настоящий подарок Михаилу Кравицу. Восьмая победа фактически гарантировала ему полноценное назначение на должность главного тренера без всяких приставок. Это не единственное кадровое изменение в хоккейном клубе. Новым генеральным менеджером «Авангарда» станет Рашид Хабибулин.